Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас незвичайні гості. Сьогодні у нас нова поліція або добровольна народна дружина. Скрихот Сергій Іванович, начальник штабу ДНД з 2013 року, по-моєму, так? Так, так. Так. І ветеран органів внутрішніх справ, полковник міліції Матюша Микола Савич. Краще російською, мабуть, мовою, так? Да? Да. Здесь не важно, на каком языке ми будемо говорити. Согласен. Главное, да. Важно донести до народу. Украина в сердце. Да, Украина в сердце, я с вами совершенно согласен. Итак, вот, что бы вы хотели сказать славучанам, какие функции вы будете выполнять? То есть, я так понимаю, самая главная для вас функция – это охрана общественного порядка. Да. Ну, понимаете, сложилась такая обстановка в городе Славутичи, что полиции сейчас нет. И поэтому по просьбе мэра города Фомичева Юрия Кирилловича он попросил нас обеспечить закон и правопорядок в городе. Это ветеранов органов внутренних дел и совместно вот с добровольной народной дружиной. Мы решили объединить усилия, чтобы перекрыть весь город патрулями, группами реагирования мобильными, ну и прочее. Мы восстановили дежурную часть полиции. Круглосуточно там находятся люди, которые будут принимать все заявления граждан. Мы сейчас организовываем стационарные посты по городу, чтобы охватить весь город и видели каждый квартал, каждую улицу. То есть человек сидит дома, смотрит в окно, и если совершается какое-то, по его мнению, правонарушение криминального или административного характера, он звонит нам, выезжает мобильная группа, подтягивается патруль, ну и решаем все эти вопросы по или задержанию, или реагируем в соответствии от обстоятельствами. Хочу обратиться к лицам, которые склонны к совершению правопорядка криминального или административного характера. Дело в том, что сейчас в Украине объявлено военное положение. Согласно военному положению ужесточены меры воздействия за такие преступления. За мародерство, за грабежи и прочее. То есть сейчас пожизненно. Так что очень сильно подумайте, прежде чем совершать. Согласны ли вы остаток своей жизни провести за решеткой в очень некомфортных условиях? Понятно. То есть я хочу обратить внимание вас, господа мародеры или потенциальные мародеры. Возможно, вас как-то принесет кусок колбасы либо бутылка водки. Так вот, она обойдется вам достаточно дорого, пожизненно. Причем, я так понимаю, что с момента задержания вы до суда будете там судить, а после суда в местах не столь отдаленных. Я не знаю, где сейчас такие места есть. Есть, найдут. Кому им места будут. Мы понимаем, что есть злостные нарушители, которым мы будем принимать довольно жесткие меры и жесткое задержание. А есть нарушители, которые по случаю нет. Дело в том, что мы уже, город Славутич уже в окружении уже месяц. Подвоз продуктов ограничен. И поэтому у каждого свои жизненные ситуации. Не запаслись, как-то не обеспечили себя. И когда родители будут смотреть голодные глаза детей, которые просят кушать, они могут пойти и на преступление. Так я хочу обратиться к таким случайным людям. Если у вас тяжелое положение, и сдалось так. Подходите к нам, подходите к патрулю. Есть социальные службы, есть исполком. Мы будем стараться вам помочь. Есть телефон гуманитарной службы. Я думаю, там понятливые люди. В конце концов, можно созвониться с ними и узнать, и что-то они помогут вам решить. Да. Мы патрулям тоже инструктируем, чтобы взвешенно подходили к этому вопросу, чтобы не наделать беды. Что если все-таки вы задержите... скажем так, точно мародера,
То есть мы ему славу еще обеспечим. Кроме того, что он срок получит, так, он еще, мы его покажем на весь город. Вот, в момент задержания, либо когда его к столбу, там скотч у вас есть. Скотч есть, но это немножко противозаконно. Мы будем работать в рамках закона. Да, а я бы все-таки скотчем пробовал. Но это, между прочим, мы будем немножко закрывать глаза, если народ... Если народ кто-то подойдет с скотчем, да, и как бы из окружения, да, и что-то привяжет его к столбу или так далее. Да. Ну, имейте в виду, народный гнев, кстати, еще страшнее, чем у полиции и у ДНД. Да. Ну, и еще вот два слова. Есть довольно хитрые люди, которые хотят нажиться. Потому что жадность человеческая беспредельна. Да, у нас был уже такой случай. Женщина вот 3 дня не ела, такая бедная, такая голодная. К ней в квартиру зашли, стоят мешки с мукой, с крупами, с сахаром. Ну, она просто хотела нажиться. Такие будем наказывать. То есть, господа мародеры, несчастливые времена наступают, несмотря на то, что полиция уехала, жизнь вам будет не сахар. Ну, с опыта ДНД, что мы можем подсказать? Ну, я могу сказать, что мы работаем в городе Славутич с 2008 года. Тогда был Пятков Вячеслав Яковлевич, базу он хорошую оставил. С 2013 года я работаю, как бы мы практически работали с полицией, знаем немножко, как работать. В данный момент так случилось, что полиции нету, и по закону мы обязаны только работать с полицией. У нас есть сейчас организация, организация ветеранов. Ветераны. И мы как бы совместно теперь в законе работаем. И что я могу сказать? Пожалуйста, лучше сидеть дома. Да, если будет очень тяжело, звоните, не нарушайте. Ну, хочу поблагодарить организации ЧАЭС, руководство АРСа и всех, которые откликнулись и пришли, хотят городу помочь, начали записываться. Стоят людей очень много, хотят патрулировать, хотят, чтобы в городе нашем был порядок. Ну, мы надеемся, что до конца войны, пока не появится у нас полиция, мы будем его поддерживать. Ну, и надеемся, что это все быстро закончится. Хорошо, у вас будут какие-то познавательные там повязки? Да. Наши люди ходят в жилетках по городу. Каждый, да, желтого цвета, у каждого патруля жилеточка, по 3 человека. В основном мы по городу пускаем патрулировать, ну, инструктируем, как положено. Там есть старший, тех людей, которые, ну, как бы более только пришли, записались, и опыта поменьше. Да. Остальные наши люди, которые уже давно работают, они патрулируют ночью вместе с ветеранами полиции, выезжают на звоночки, как, если поступают, ну и решают все вопросы, которые уже возникают. Ну, не обольщайтесь, если вы увидели людей в жилетку, спрятались в подъезд или куда-то ушли. Насколько мне известно, есть люди и в штатском. Ну, как в обычной милиции, всегда есть люди, которые скромно могут наблюдать за вами, да. И вроде как кажется даже и свой. Но все окажется очень печально. Хотел добавить, хотел бы попросить славутичан, чтобы они, если видели подозрительных людей, лучше избегать, потому что разные люди могут находиться в данный момент в нашем городе. Сообщить. Не завязывать никаких там скандалов, чтобы более все спокойно было. Ну, сообщили, позвонили, и чтобы было более спокойно, потому что жизнь человеческая – это превыше всего, и никто же не знает, что может быть в данный момент. Телефончики сейчас вы видите, по которым можно звонить, и чуть раньше мы их передавали. Так что запишите их, пожалуйста, и будет пусть у вас телефон, чтобы можно было связаться с нашими доблестными экс-полицией, не экс-полиция, скажем так, новая полиция и ДНД. И еще вот я хочу и добавить, мы немножко знаем, что такое криминальный мир, и поэтому, если вы видите криминальное правонарушение, звоните, никогда не ввязывайтесь, потому что они могут быть и с ножами, и с кастетами, даже, может быть, огнестрел. Лучше пускай приедут люди, которые специально
специально обученные, которые прошли эту школу и порешают все вопросы. Они квалифицированно все сделают, они знают как. Это ветераны, пенсионеры наши, которые долго служили в органах внутренних дел, и поэтому знают, как с ними работать. Спасибо. Я думаю, что вы увидели этих людей, но их значительно больше. Ну, чтобы как бы так не обольщали, что двое патрулировать город будут, да, ну, мы от них. Спасибо вам. Я думаю, что это не последняя встреча. Обязательно, если будет мародер, приводите, ну, не мародера, приводите нас на это, мы на камеру снимем. То есть мы покажем этого мародера. Слава будет в городе. Так что стремитесь к славе, имейте в виду, вас увидит весь город. Ну, а потом, ну, там, пожизненное, по-моему, да, пожизненное. Да, пожизненное. Поэтому сидеть вам не пересидеть. Спасибо большое за разговор. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.